Компания по мотивированию горожан пристегиваться ремнями безопасности стартовала сегодня в Одессе. У памятника Дюку правоохранители установили симулятор, имитирующий действие ремней в момент столкновения автомобилей. Подробнее смотрите в сюжете Евгения Меглея. Этот симулятор разгоняет аналог водительского сидения до скорости от 8 до 15 км в час. Это значительно медленнее, чем обычно ездят автомобили. Но даже такой небольшой толчок даст возможность всем желающим испытать на себе действие ремней безопасности. Оно очень неприятно. Лучше просто пристегнуться и быть в безопасности. Я сам пристегиваюсь и советую всем, что жизнь одна и лучше ее беречь. По результатам прошлогоднего онлайн-опроса восприятие использования ремней безопасности водителями и пассажирами 69% одесситов заявили, что пристегиваются на переднем сиденье. Но только 35% опрошенных делают это постоянно. На заднем сиденье эту меру безопасности используют всего 15% одесситов. И это самый низкий показатель среди всех украинских городов, принявших участие в исследовании. Цією акцією, яка буде проходити на протязі цього місяця, ми хочемо показати, що не так страшно використовувати пасок безпеки. У нас і що його повинні використовувати батьки, коли вони садять своїх дітей до автомобілів, і повинні пристібатися самі, коли вони сідають до цього автомобілю. І не всі громадяни виконують ці правила. Полицейские утверждают, отучить водителей пренебрегать правилами безопасности не помогают даже штрафы, которые увеличили в 10 раз. Надеются, акция, которая будет проходить в разных районах города, наглядно продемонстрирует одесситам эффективность и необходимость ремней безопасности. Евгений Меглей, Анастасия Кричко, 7 канал.